мощный налобный фонарь с раздельным ближним и дальним светом. Сегодня мы познакомимся с налобным фонарем «Яркий луч» YLP Panda 3. Устройство поставляется в стильной черной коробке. Внутри есть наголовное крепление, запасные резиновые кольца и руководство пользователя. Как вы могли заметить, аккумулятора в комплекте нет, поэтому его придется приобрести отдельно. Обычная батарейка формата 2А здесь не подойдет. Нужен аккумулятор типа 18650. Смотрим на фонарик. Он выполнен в темно-сером корпусе с защитой от воды по стандарту IPX8, то есть способен выдержать длительное погружение в воду. На фонарике есть две кнопки. Правая отвечает за включение и выключение, а также выбор яркости. Левая – за переключение между ближним, дальним и совмещенным светом, а также за быстрый доступ к максимальным режимам. Что касается режимов работы, то их здесь целых 5. От 20 люмен до внушительных 1100 люмен. Для защиты от перегрева есть даже система термоконтроля. На кнопках также есть светодиоды, отображающие уровень заряда батареи. А еще на корпусе размещен съемный магнит для крепления на металлические поверхности или фиксации мелких деталей при сборочных работах. Время подвести итоги. Мощный фонарь «Яркий луч» YLP Panda 3 обладает большим количеством режимов работы, удобным налобным креплением и влагозащитой, а еще может светить с яркостью в 1100 люмен. Он способен стать верным помощником там, где мало или вообще нет света. Но не забудьте приобрести аккумулятор типа 18650.